Здорово, пацаны. Сегодня день учителя. А так как у меня супруга преподаватель, вот мы решили прийти в какую-то забегаловку под названием «Бонзай». Ну, нет, не забегаловка, это такая цивильная такая тема, потому что здесь все сделано под сакуру, как бы в японском стиле. Типа того, там, типа «Бонзай!» Тут вот даже есть блин твит 99 рублей. Ну, типа того. Вот сейчас меню отсмотрел. Будем есть каких-то мидий там. Какие-то там непонятности всякие из японской кухни. А также заказал себе коктейль Sunrise и Голубая Лагуна. Сейчас буду вам все показывать, как мы это будем есть и пить. Ну тут, кстати, у них такая барная карта неплохая. Вот видите, написано. Барная карта. Вот. Оп. Тут. Ну это соки свежевыжатые там. О, новинки. Bubble gum. Вот Sunrise, вот этот заказал. Здесь пивной вишневый, пина колада, Голубая Лагуна. Вот это хочу, как стеклоочиститель. Типа того. Буду пить стеклоочиститель. А так здесь, в принципе, такие тут всякие штуки серьезные. Но мне больше импонирует, конечно, вот эта пицца. Но супруга сказала, пиццу мы есть сегодня не будем. Придется мне довольствоваться всякими какими-то роллами, непонятными. А вот это, типа, говорят, какие-то мидии. Я мидии никогда не ел, только те, которые из речки мы с пацанами выуживали. Гребешки ели. Придется вот повторить по-взрослому. Тут что-то вот еще тут такое. Супы какие-то. Вот это, пацаны, коктейль «Голубая Лагуна». Она такого голубого цвета. А вот это вот Sunrise. Короче, парни, вот это устрица. Устрицу не ел вообще с детства. И то, это какие-то другие устрицы, не такие, какие там были. Да, вы поставьте. Спасибо. Да. А вот. Вот сейчас ее надо, наверное, вот так взять. А, блин, горячая, нет, там это. Перламутр. Может, ее надо поливать чем? Прикольно. Пацаны, ешьте устриц. Это прикольно. Устрицы это, конечно, хорошо. Но по мне, картошка фри лучше. А вот это нам тут тоже принесли, так как у моей супруги сегодня праздник, поэтому будем сегодня пировать. Да, все без алкоголя, все строго. Да, еще, кстати, я что хотел сказать вам, пацаны. Вот вы постоянно мне пишете, когда на канале появится Витя Агыга. Так я вот вам, знаете, что скажу. Витя Агыга на канале не появится, потому что он сейчас работает в госструктуре на почте. Письма разносит. Почтальон. Почтальон Агыга. И поэтому ему не резон появляться больше на канале, так что он не хочет портить себе репутацию. Так что извиняйте,
Так, а те, кто говорит там, что типа Саша Ключу, там надо закодироваться, так закодировался он еще полгода назад, на 6 лет. Так что успокойтесь тоже. Вот так вот. Ну вот, пацаны, короче, бонзай, полный бонзай. Ем вот эти вот роллы, как настоящий японец, вилкой. И запиваю голубой лагуной. Круто. Каждый день хочу так жить. Вот каждый день был бы день учителя. Каждый день бы ходили бы в бонзай. Но день учителя только раз в году бывает. Вот приходится. Как-то так. Не, по идее вообще шикарное как бы заведение, потому что очень редко я как бы попадаю в такой канитель, где морепродукты всякая такая. А то в основном пятерочка, магнит, а тут вообще приятная обстановка, еда такая вкусная. Даже вот как бы всю дорогу там, когда вот фастфуд берешь там какой-нибудь жар пицца, там вот эта вот херня, а вот здесь вот она очень вкусная. Вот серьезно говорю, очень вкусно. Чувствуется другой вообще вкус совершенно. Вот тут. Вот поел тут, я не знаю, штук 6 от этих ролл, я уже сытый. Блин. Не привыкший много есть, поэтому я сытый. И вообще, вот покажите сюда. Пришел как дурак, себе окрошку здесь сделал. Но это еще не все. Вот этот коктейль покруче будет. Это санрайз. Санрайз повкуснее будет. Ну, в общем, так, пацаны. Раз в месяц ходите есть куда-нибудь морепродукты. Говорят, что это полезно. Потому что на пятерочках и магнитах особо сильно не раздоровеешься. У меня он тоже дома, там в холодильнике морепродукты лежат. Палочки рыбные. Но там совершенно другая канитель. Ну, короче, ладно, неважно. Всех с днем учителя. А также спасибо моей супруге, которая сделала такой замечательный вечер. Типа того. Как-то так. Ну все, ребята, всем удачи. Бонзай.